Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе, и сегодня пришла и моя пора получать посылки от подписчиков. Итак, друзья, пришла первая моя посылочка от подписчика, от прекрасного канала Карина Блогерша, и именно от Карины. Вот добрался я до нее и наконец-то распаковываю. Посылка пришла издалека, это город Архангельск. Вот, вот, я прямо волнуюсь, я очень рад. Посылка от подписчика у меня еще не было. Такая вот огромная-огромная коробка. Что-то в ней есть. Давайте откроем и посмотрим. Откроем и посмотрим, наконец, что же прислал мне мой дорогой подписчик. Итак, дорогие друзья, барабанная дробь. Опа-на! Так, давайте разбираться. Давайте все-таки разберемся, что кому. Вот здесь пакетик, и прямо сразу написано: это вам. Это вам классный подарочный пакетик. И здесь круто, набор отверточек. У меня был такой набор отверточек, и весь я его растерял. Осталось всего пара штук. Так что такой набор отверточек будет прямо очень-очень кстати. Хороший набор отверточек. Спасибо, Карина. Давайте откроем его и посмотрим. Да, вот это вот набор отверток. Кстати, на самом деле очень удобный набор. Давайте я вам покажу поближе. Очень удобный набор. Я таким пользуюсь. Открыл я им очень много телефонов, но потерял я несколько отверточек, и благодаря этому пришлось заказывать китайский набор, который оказался не очень хорошего качества. Ну, не будем сейчас о плохом. А давайте продолжим вскрывать посылочку. Это мы откладываем в сторону. За это огромное спасибо. Едем дальше. Это вашей дочке. Да, конечно, спасибо, Карина, но у меня не дочка. У меня сын. А та девушка, которая фигурирует в моих роликах, это сестра жены, то есть моя племянница, наша племянница, которая живет с нами, то есть моя она племянница, ей сестра, живет она с нами, и обязательно я ей передам. Смотрим, что внутри. Это набор блокнотов на кольце, классно, я такого даже и не видел. Кладываем в сторонку и давайте откроем этот набор блокнотов, как раз ей подарок к 8 марта. Подарок к 8 марта. Ругаться будет, что я раскрыл. Ну ладно. Прикольно. Прикольно. Можно за колечки куда-нибудь подвесить. Вот такие вот блокнотики. Оригинально. Довольно-таки классно. Надо будет сейчас пленочку снимем. А это упакуем обратно в подарочную сумочку. И подарим, передадим Анаре, то есть моей племяннице. И ей, надеюсь, тоже очень-очень понравится. Вот так вот мы это тоже откладываем в сторону и идем дальше. Ну, вот это ясно кому. Это моей собаке, а именно Дольке. Именно Дольке, курица. Класс, еще одна пищалка, еще один вынос мозга. Она так обожает эти пищалки. Я от них избавляюсь, а их все равно покупают. И вот пришла еще одна пищалка. Классно. Вот кто будет действительно доволен до безумия. Спасибо, Карина. Спасибо огромное. Ну, я смотрю, это еще не все. Что еще есть? Это вашей жене. Да, это вашей жене. Это, наверное, лежало в этой сумке. И это у нас косметичка. Супер! Вот косметичка ей пригодится, это точно. Потому что у нее столько-столько всяких всячин. Это во всех ящиках. Я не знаю, куда это деть.
Вот теперь будет ей еще одна косметичка, пускай это укладывает. Огромное-огромное спасибо Карине. Убираем. Это мы передадим жене. И давайте посмотрим. Здесь еще есть записка. От канала Карина Блогерша. Здравствуйте, Владимир. Посылаем вашему каналу «Китай стал ближе» посылку от нашего канала Карина Блогерша. Надеюсь, вам понравится. Да, очень-очень понравилось. Не судите строго, как вкусов мы ваших не знаем. Да не во вкусах дело. Это просто очень-очень приятно получить вот такую вот раз посылочку. И собирали по своему усмотрению. С уважением, канал Карина Блогерша. Спасибо огромное. Это, во-первых, очень приятно. Наш современный мир, когда у нас есть только там e-mail и все остальное, и мы уже забыли, что такое письма. Получить вот так вот, тем более посылку, это очень-очень приятно. Посылки из Китая не считаются, ты всегда знаешь, что в этой посылке. А вот в такой посылке ты никогда не знаешь, что внутри, и это вдвойне приятно. Огромное спасибо Карине и огромный респект ее каналу. Ссылочку на канал я оставлю под описанием. Вы можете перейти и посмотреть. Посмотреть, подписаться на канал, У нее интересные видео. Вот, допустим, племянница смотрит. Но для меня они детские. Просто я уже вырос из этого. Но все равно огромный респект каналу. Ну а с вами был канал «Китай стал ближе». Всем, кто захочет обменяться посылочками, я с удовольствием отвечу. Обязательно что-нибудь вышлю, что-нибудь интересное, что-нибудь симпатичное. Также я высылал и Карине свою посылочку, которую она уже тоже получила. Кстати, можете посмотреть это видео. Тоже оставлю ссылку здесь под видео, под описанием. Но кто хочет обменяться посылочками, пишите ВКонтакте, Всем обязательно отвечу. А на сегодня все. С вами был канал «Китай стал ближе». Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте пальцы вверх. Всем до новых встреч. Пока.